Genau. Unlock the orientation. No, it's on YouTube, I think itself. This orientation is locked. How do I do that? We don't want that. Try to turn it. There you go, it doesn't register. Can you zoom out on that? You know? Now it doesn't let you. It's a shame. Because I was going to say, if you were able to, you could have just done it straight up. No. It's okay. Друзья, мы когда-то пели такой псалом, он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Во Христе Иисусе мы одна большая семья. Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто сегодня пришел, чтобы провести в пути земли сына, брата, племянника, друга, просто верить. Мы сейчас попросим благословения. Я хочу, чтобы мы в этой молитве возвысили свой голос к небу и попросили, чтобы Дух Святой сегодня утешил родных, особенно Иру, Игоря, Ашли, Джейсона и все наше родство. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Господь наш, Бог наш, Отец Израилев, сегодня в этот день печали, мы стоим пред Тобою, и у нас нету таких слов, чтобы утешить маму, папу, близких, родных. У нас нет таких слов, чтобы вернуть Эрика к жизни.
Но ты Дух Святой, который утешаешь, ты даешь силу, ты даешь надежду. И я прошу тебя, Отец Небесный, Духом Святым, утешь Иру, дай силы, утешь Игоря, Джейсона, Ашли, и дай силы, Господи, пройти этот нелегкий путь. Они сегодня проходят, и мы вместе с ними, и мы молим тебя, Дух Святой, пусть твоя благодать, пусть сила Святого Духа наполняет наше сердце, наш ум, наш разум. И чтобы мы не возвратали в сердце свое. Но да будет прославлено и возвеличено Твое Святое Имя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас поем «Мой дом на небе». Thank you.
способность пройти через все проблемы, которые сейчас находятся. Я знаю, когда происходит какая-то трагедия, такое горе в семье, очень много вопросов, много разных ситуаций, которые мы не знаем ответ на эти вопросы, не знаем, почему происходит то или другое. Но самое ценное для нас, и то, что дает нам, как верующим людям, имеет большое преимущество, проходя такие проблемы, что мы не знаем. Потому что те же самые проблемы, те же самые ситуации, если мы были бы те, которые не знают Бога, нам даже трудно представить, как это может пройти, как это может произойти. Поэтому сегодня тут Бог будет вашим утешением. И как раз наше поверие в Бога, наше христианство, оно как бы испытывается и проверяется в таких ситуациях, когда мы встречаем потери, боли и желания. Я хочу просто прочитать несколько стихов из Библии для того, чтобы сказать слово, чтобы оно могло утешить каждого из нас. Это будет первое послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих и ниже. Апостол Павел обращается к верующим людям, которые могут или имеют разные ситуации, разные переживания, на такие слова. Посему мы не унываем. И если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит измерно при избытке вечную славу. И здесь такое слово, как не воевает. Иногда можно было это привести даже как слово депрессия. Потому что есть вещи, которые мы знаем, что они могут быть в нашей жизни. Но когда они происходят, они могут нас сдвинуть то основание, на котором стоит наша жизнь. Но есть то, что является основанием, если основание является наш сам Бог, является Его Слово, тогда мы можем стоять даже в трудных обстоятельствах. И апостол Павел говорит такое слово, кратковременное и легкое страдание. Может быть, как слово легкое, но не совсем подходит к этой ситуации сегодня, потому что любое страдание это не всегда легко. Но особенно тогда, когда оно касается нас лично. Но то, что я могу сказать, уверенно, что любое страдание и любое потрясение, они все-таки временные. Потому что они происходят только здесь, на земле, пока мы здесь находимся на земле. И придет время, когда это прекратится, это не будет иметь больше силы, оно не будет иметь влияния. Но что очень важно, чтобы сегодня также обратить наше внимание, что оно, страдание, оно может что-то производить в нашей жизни. И страдания обычно что-то производят. Они могут произвести обиду, они могут произвести какую-то горечь, уныние, депрессию. Но то же самое страдание, если мы доверяем Богу, если полагаемся на Бога. Апостол Павел, что он может произвести безмерно преизбытки, даже вечную славу. И это какие-то условия, которые может быть для нас верующих людей. Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное. Ибо знаем, что когда земной наш дом, а хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом неприхотворенный и вечный. Оказывается, многие вещи мы можем давать правильную или неправильную оценку только потому, как мы на это смотрим, с какой позиции мы это смотрим. И та же самая проблема, та же самая ситуация. Но если мы на нее смотрим, как настоящие люди, верующие люди, те, которые знают реально живого Бога. И когда наш фокус на, может быть, не на то, что мы даже видим наши физические глазами, но то, что мы не видим нашими физическими глазами, то, что невидимое, потому что все, что мы видим, и кого мы сейчас видим, мы все не вечные здесь на земле. И придет время, когда каждый из нас будет в свою очередь. И это, я думаю, никого из наших сегодня не радует. Но есть то, что мы не видим сейчас, но то, что имеет отношение к вечности. И когда мы начинаем смотреть на эту вечность, когда нам, не потому что нам будет уже все равно, но когда мы переключаемся с этого временного, того,
что является нам чем-то очень больным, болезненным, переживаем, когда мы смотрим на невидимое, если мы на живого и невидимого нашего Бога, то тогда даже проблемы, даже страдания, они могут привести хорошие плоды и результаты. Они нас могут увидеть Бога, они могут толкнуть на решение каких-то вопросов, которые не решались раньше долгие года. Потому что мы в этих страданиях мы становимся более чувствительными, более послушными или более способны меняться так, как Бог этого хочет. И последний стих еще раз прочитаю. И мы знаем, что когда наш земной дом, но это хижина, то есть наше тело, оно разрушено, разрушится, мы имеем Бога жилище на небесах, дом неудовлетворенный вечно. Пускай эти слова сегодня утешат вас, и каждого, кто будет сейчас, вот верить, доверять нашему Богу. Потому что есть вещи временные, есть вещи вечные. Поэтому Бог поможет нам стать правильным жизненным приоритетом, доверять нашему Богу и помогать своему Богу. И тогда Бог вам поможет нам пройти через трудности, переживания, и даже увидеть под свою славу. Аминь, слава и поклонение. И даже всем наш Бог, Бог Отцу и Сыну, кто будет. Аминь. Сейчас группа споет «Ангел в небе», затем Виктор Коломин поделится свидетельством, и потом Оксана Коломин. Ангелы в небе, Господа славя, славу достойно. Тебе единый.
To when a mother and a father have to bury their own child. There's not a lot of words you can describe. There's not a lot of things you can say. There's me personally, Ira, there's nothing I will tell you that will comfort. No matter how much I will try to express myself, there's nothing I can do. Because it is, your son is gone. But I can tell you one thing. I've been through different situations in life, different tragedies in life. No matter how much I look for people confident that they will comfort me, I looked to different sources, and I spoke to many other people to actually find comfort or peace. Nobody here on earth can give us this. But I want to read a passage before I'm going to speak about Eric a little bit. Isaiah 41:10, and please, I'm asking you, this passage right here got me through many difficult times in my life. I kept reading this, and it gave me peace, gave me comfort, gave me who my God really is. That without Him, we would perish, we would fail, we will cease to exist. Isaiah 41:10, it says, "Fear not, I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with a righteous right hand." With my righteous right hand. No matter who you would see, your pastor was staying here trying to give you comfort. Other songs, everything, nothing. But our Lord, speaking from experience, our Lord can bring you comfort, can bring you peace that you will deserve to have. And grieving is good. It's part of life. We have to grieve. But in that grief, we find Lord. We actually become even closer to Him. Because the truth is, Eric today, he is preaching his last sermon. He's telling people that there is another way out. There's a chance for us. Especially speaking to his friends. Find the Lord. Run to him. Run to his arms. Today is the day, no matter what the situation, even through this tragedy, my God will be glorified. I know it's not easy for me to say it. It's not easy for Eeyore or the kids to actually think that way right now, but try very hard from your bodily heart. Glorify the Lord, and you see the peace on your heart will start healing you almost immediately. You know, Eric was in my Bible study class for about, I believe Jason, Eric was in my Bible study class for about 2-3 years. And you know what? Jason never challenged me so much in a Bible, much as Eric did. He always tried to actually see or dig deeper
And I liked that about him. He was always outgoing. He was always trying basically to show that, hey, I am active. He fought the good fight. He did not go into the gentle night quietly. He raged. He fought. And the reason I know, because he was at the church God Will Provide. He went through their programs and all that stuff. And we meet up almost at the same time. We leave, they come in. And I've seen him many times. He walking out with all the brothers over there. They were doing a prayer night. Eric, how are you, buddy? Oh, Vic, I'm doing so much better. I'm fighting. I always hugged him, gave him a hug, and said, I'm proud of you, buddy. Don't give up. There's different times he comes out of the prayer room, he's happy. He fought the fight. He lost the fight. But in God's eyes, that fight meant something. It meant something big. There's people out here, they already gave up a long time ago. Their life is just life. They're saying, this is how it's going to be. No, he fought. I knew he fought. He did not go into the night gently. And God sees his bow. And if anybody says anything today, please be careful what you say. Because those who with no sin cast the first stone, I guarantee each and every one of us have baggages. But I knew Eric. I knew he loved the Lord. I knew he loved the Lord. He loved people. He always, when he went to the Bible study camps with us, he was a fun person to be around. In a way, we need to not look at this some way as a tragedy. Celebrate it that he fought the fight and he actually preached the last sermon right now. Don't go into the night gently. Rage, he's saying. Rage. Fight. Because the darkness is overcoming so many of us. That's his last sermon today. That's his last sermon today. And I believe today many of us will actually start thinking twice about their lives. You know what? Every funeral that I go to, people start changing their lives. And I'm asking you today, through this situation right here, don't look to the past. Look what he accomplished, how much he tried to be better at everything. The friends, the hearts he touched. I remember him getting high, running, hey, Vic. I'm always going to remember Eric is the one who I loved, respected, and I wanted the best. Look at his life that he is standing today before the Lord. That he is today standing before the Lord. Again, Ira, Igor, etc. condolences. We love you. We pray for you. But this passage that I gave you guys, dwell on that passage. Live with that passage. And you will see the Lord will actually reinforce you, give you strength that you deserve. Amen. Стояло літо 1994 року.
для молодого подружжя Іри та Ігоря воно дуже було особливим. Вони чекали свого первістка. Цим щасливим день став 31 липня. Маленький Ерік став безцінним першим подарунком для молодих батьків. Для діда Мар'яна і бабці Слави він став наступною втіхою після онучки Янусі. Для мене Сергія і Мар'яни це був перший іменинник. Яна раділа першому братику, якого вона дуже любила. Для мене Ерічок був по-особливому близьким. Він був моїм племінником, другом і навіть сином. Ерічок виростав добрим і щедрим хлопчиком. Він завжди був життєрадісним і усміхненим. Він з мати був привчений до акуратності. Він завжди у всьому був охайний і дисциплінірований. Ерік гарно одягався і любив смачно поїсти. Цьому його навчила бабця Слава, яка була чудовою господинею і годувала внуків смачними стравами. Ерік дуже любив своїх батьків, брата Джейсона і сестричку Ашліку. Також дуже любив бути у колі рідних. Цінував спілкування в родинному колі. Як завжди був присутній, коли родина збиралася разом. Ерік був гарним співрозмовником. З ним цікаво було розмовляти на різні теми. Він знав, як правильно себе повести у будь-якій ситуації. На землі не завжди шлях його був легким. Зустрічались різні випадки і складались нелегкі обставини. Але з Божою допомогою і нашою підтримкою він справлявся. Пам'ятаю, як не так давно він сказав: «Оксаночка, я хочу більше молитися, переживати Духа Святого в моєму житті. Мені потрібна сила від Бога. Просив часто пояснити те чи інше місце з Біблії, і ми мали довгі розмови з ним вечорами. Іра, моє серце розбито на тисячу кусочків разом з твоїм. Але з Господом ми прийдемо цю долину. Господь наша потіха, а сім'я наша підтримка. Ерік любив життя. Ніхто не був готовий до такого кінця. Це горе для мами, горе для батька, втрачено любимого сина. Це важко повірити. Це нестримно, важко пережити. Смерть безжально вирвала життя, не спитавши нікого дозволу на це. Щасливі дні змінились на негоду, потемнів довкола світ. Важко знайти втіху, всього 29 років. Життя тільки розцвітало. В молодому розумі народжувались плани про майбутнє. Але смерть жорстоко все перекреслила, знайшов зруйнувавши замок надії. На небі зійшла нова зірка. Душа Ерічка знайшла новий смисл і спокій Господа. Рано він нас покинув, залишивши величезну рану і пекучий біль в серці нашої сім'ї, болючі думки і безсонні ночі. Як ти помирити горе? Чим залікувати біль? Чим тішити серце? На жаль, на землі немає такого рецепту. До зустрічі, Ерічок. Сейчас Джейсон, Яна, Маргарита. Here to remember my brother. He was more than just family. He was my buddy and my go-to for fun times when growing up.
We used to ride our bikes everywhere as little kids, exploring all the Carmichael, going to pizza places, going to the arcades, even in its homeless to go find the ice cream truck at 6 in the morning. The guy's not even working yet. We knock on his door. But he would still give us some ice cream. Spending countless hours fishing, going out with my parents. And it wasn't just catching the fish. There was a lot of fish then. But it was the fact that when we were little, we were able to spend time together and have those memories of, why am I not catching more fish than Eric? When my brother set his mind to something, he went at full force and confidence to know as much as possible and to do the best that he could ever. Some of our best times were going out mowing and just spending time together, growing up, going jet skiing, going to the lake. And something that I'll always remember specifically from Eric was his snoring. It was loud, let me tell you. I'm convinced it was a way of making sure we all knew he was there with us. As kids, we had our share of misadventures, learning right from wrong along the way, with going to the grocery store, opening up the Hot Wheel cars and putting them in our pockets. And when we go to the register, both our parents look at us and tell us, empty out your pockets. And the cashier was shocked with how much we put in our pockets. Looking back on my brother's life, I see the love he gave and received. And though we had our differences, I still love him very much. Today, as we say goodbye, let's hold on to the joy, the laughter, and the love that defined my brother's journey through his life. Thank you. Today, we gather with heavy hearts to honor the life of a remarkable soul, my cousin Eric. While our hearts ache with the weight of his loss, I stand here not to mourn his loss, but to celebrate his beautiful life he lived and the joy that he brought us. Eric was an extraordinary individual. I had the privilege of sharing some of my most precious moments of my life with him. As I reminisce about the wonderful moments we shared, memories flood my mind, transporting me back to our carefree days of laughter, of mischief. One memory that shines brightly is our unforgettable trips to Disneyland. The thrill of those roller coasters, his smile, his face, he loved every moment of it. We had many summers where we traveled with our families to Orange County. Clutching our boogie boards, we ran into the water. We rode the waves with enthusiasm. I always watched a careful eye on him. The way he fearlessly faced the ocean waves and laughed in the face of our white belts remained etched in my mind. Those carefree days are a testament to the adventurous spirit that Eric embodied. One of our favorite times was growing up and going to Diego and Bob's house, our grandparents. At first, it was just me, Eric, Margarita. Later, Jason, Ashley, Josh joined. We ruled that house. We were constantly up to no good. We ate nonstop. Grandma's kitchen was always stocked. The fridge always had her favorite. Cabbage rolls, blinchikie, sour cream, kasha, and our favorite, Pepsi. The Pepsi was always hidden in the garage cabinets, but we know where they hid it. We knew where everything was. We would sneak into the garage, each grab a soda, and drink it as quickly as we can
before Grandma and Diego would come and find us, we, the grandkids, were forced to be reckoned with. Diego and Batza watched on, both bewildered and amused, shaking their heads in laughter. Our grandparents deserved medals for everything we did at their house. Eric and I would reminisce about these days often. We were lucky, and we are so thankful for those memories. As a boy, Eric was always prepared for anything. His pant pockets were always bulging with all sorts of treasures. Toy cars, gum, dollar bills, and whatever else he might need for those days' adventures. I remember when we were getting ready to go to the restaurant, most likely Ocean King, Eric's dad, Igor, saw how full his pockets were and told him, "Eric, it's time to take everything out." One by one, Eric removed everything from his pockets, and after he was done, we couldn't help but laugh about how much stuff he had in his pockets. And if you ever ask for anything from Eric, you will always say, "Here you go, no problem." Eric had a heart as generous as they come. He was a loyal and loving cousin, always there to lend a helping hand. Our bond was special. I, the oldest grandchild, Eric was next in line. We confided our secrets, our dreams, and pivotal life moments with one another. We were there for each other, through thick and thin. His presence during significant milestones in my life was invaluable. He drove to Berkeley and surprised me on the day my husband proposed to me. I will never forget the happiness in his eyes as he celebrated this special moment with me. I promised him that I would return the favor when it was his turn to propose. Eric's brilliant smile, his love for dressing in impeccable clothes, always dapper and sharp, remains a vibrant memory. The texts we exchanged, the talks we had, the nonstop laughter every time we were together. They are precious moments I will forever hold dear. Though we mourn his untimely departure, let us carry forward the essence of Eric's spirit. His kindness, his infectious laughter, his zest for life. He will remain in our hearts, guiding us with his memories and the love he bestowed upon us. Eric was a fine young gentleman who played many roles in our lives, a son, a brother, a nephew, a cousin, and a friend. Eric, your absence leaves a void that cannot be filled. We will miss you dearly, and you will forever remain in our thoughts, prayers, and cherished memories. I know that you are now with Balsa in heaven. I love you, Eric, and I will always miss you. I am deeply saddened by the loss of Eric. His presence in our lives was truly special, and his memory will continue to live forever in my heart. Eric was not just a cousin to me, but a dear friend who brought joy into our lives. His infectious laughter and smile and his great taste of clothes has touched everyone, especially me. We will forever cherish these moments we shared with him. Today, as we gather to honor and remember Eric's life, let us find comfort in the love and support we offer one another. Together, we can navigate through this difficult time and keep Eric's spirit alive in our hearts. Eric's passing has left a void in our life, but we can find comfort in knowing that he is now at peace
Let us celebrate his life by sharing stories, reminiscing about the good times, and holding on to the lessons he taught us. As we bid our final farewell to Eric, let us remember the love, laughter, and kindness he brought into our lives. May his soul find eternal peace, and may we find strength in each other as we mourn his loss and honor his memory. Truly lit up every room he walked into. For some, he was a friend, a nephew, a son, a brother, or even just a person who brought joy everywhere he went. It's hard to accept that this day has truly come, and I still feel that I'm in shock, but I know that I believe that he's with the Lord, and I'm going to miss him so much. And I know things will not be the same without his presence within our family. Thanksgiving will not be the same. Christmas will not be the same. I remember so many good memories with him. He was one of my protectors, a person who brought me joy, sometimes sadness, but he would make up for it in the end. He always knew how. He was the one person who was as much as a foodie as I am. We always love to go get food. That's one thing I've always cherished. We would always bundle up together on a Sunday when my dad would ask us where we wanted to go eat, because both Jason and Eric knew that my dad would always go where I wanted to go. It was almost like a little conference every Sunday before him. Whether it be Ocean King, sushi, Chipotle, sometimes Elephant Bar, even though that's not around anymore. I remember always being in Jason and Eric's room playing PlayStation. Not like a normal girl, but that's how we bonded together. We would always get in some trouble, late at nights, go get movies at 7-Eleven and snacks. Eric and Jason were both and are amazing role models for me. Today is truly a day of sadness. We have lost one of our own. But it is also a day that he is with God. Nothing could prepare anyone for today. It is a day of loss. We must remember him as a light. As every room he walked into, he brought joy, happiness, and laughter. I remember watching a video after my wedding that Young Lennox-san showed us. He was dancing in the background to them singing. He had the brightest smile. It's crazy to think that was just a couple weeks ago. I remember he always wanted to give me hugs. No, I'm not that you're feeling tight. But now, looking back to this day, his hugs were the best hugs. I love him so much, and I think for all the amazing memories that we have had together, the impact he has had on mine and Jason's life, and I know that will never falter. And I will cherish each and every single one of them every day. On 10/22/2023, Eric's heart stopped, and ours broke into a million pieces. Today we go.
together, not just to say goodbye, but to celebrate Eric's life and the imprint he left on ours. His smile would light up any room he walked into, and his kind and generous heart was always ready to help anyone who needed it. It didn't matter if you were someone Eric knew or a complete stranger, Eric made you feel like you've known him all your life. One of the many things that stood out to me about Eric was his love for people and for kids. Anytime my little brother and sister would come around, Eric was the first one to hug them or to sneak money into their pockets for candy and ice cream. And when I was little, I remember him holding onto my hand as we walked at the fountains to go get gelato, smiling and happy to be there in that moment. His love for the little things in life always stayed with me. I would hear him talking to my mom about one day having his own family and making plans for the future. But like the Bible says, God's plans are not like our plans, and his ways are not like our ways. At 29 years old, our cousin left this world to be with Jesus. We will never forget you, Eric. The memories we made will remain with us forever. We love you and we'll miss you every single day. I'd like to close with John 11:25. And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Пожалуйста, она называет Лена. Я хотел бы спросить, или есть здесь в церкви Дагдон Провай? Пожалуйста, подойдите ко мне. Мы с вами слышали так много свидетельств, прекрасных свидетельств об Эрике. И действительно, как было сказано, то, что какую комнату он ходил, та комната сразу позаряла светом. Ее улыбка дарила всем тоже надежду и хорошее настроение. И слушая свидетельства, я тоже соглашусь с теми, кто только сказал, как будто бы я знаю его всю жизнь. И вчера я спел песню, слова которой я написал на маминую мелодию. И песню написал о его улыбке. Улыбкой он от колыбели встречал грядущий каждый день. Казалось, птицы в небе пели, когда с улыбкой ввысь смотрел. Бог знает, на каком свете, он знает, на какой струне, и в небесах зажжется эта улыбка заревом огней. Он призывал всех улыбаться. For Jesus loves you, говорил. Им всюду можно восхищаться, свою улыбку всем дарил. Пройдут года, и будет вечно его улыбка всем дарить. Покоя, радости, блаженства, спасенной по Христе души. Бог знает, на каком кукрете, он знает, на какой струне, и в небесах зажжется эта улыбка заревом огней. Я хотел бы сейчас тоже спеть песню, которая полна надежды, которая дает нам утешение, даже печали. Они отдохнут и восстанут. Такие слова мой папа написал на могиле своей матери, на могиле моей бабушки. Они отдохнут и восстанут. Какая надежда для всех нас в том, что мы их увидим еще там, на небе. Слава Богу. Те чудесные слова, все слова вдохновения, они отдохнут. Они отдохнут и восстанут.
небесну, такие воспрянут, и снова им славы к Творцу прозвучит. Они отдохнут и восстанут. Возлюбленные, кто различает дни, написано, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. Мы верим, что каждый день дает нам Господь, и в каждом дне мы видим Его благоволение. Екклезиаст пишет в 7 главе 2 стих такие слова: «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит к сердцу своему». Действительно, когда мы всякий раз приходим в дом плача, наше сердце, оно изменяется. Мы переосмысливаем свою жизнь, просматриваем свою жизнь, делаем какие-то выводы и что-то меняем. Но есть люди, которые говорят, может быть, не сегодня, может быть, завтра. Я еще молодой, немного поживу, и потом я, придет время, потом я поменяю свою жизнь. Потом я лучше буду относиться к своей жене, к своему мужу, к своим родителям. Потом я начну уважать своих родителей и так дальше. Вот когда придет время, вы знаете, есть такая еврейская пословица: все смотрят на время, но время не смотрит ни на кого. В нашей жизни есть разные сезоны, времена и сроки. И каждый из нас, мы проходим эти сезоны, каждый проходит свое время. И вот Екклезиаст пишет в 3 главе, он говорит: всему свое время. И вот он здесь перечисляет: время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время рождаться и время умирать. Проводя итог, Екклезиаст говорит: всему свое время. Сегодня время, когда мы проводим путь всей земли, как я говорил, сына, брата, племянника, друга, просто Эрика. Так написано, друзья мои: с праха взят человек, и в прах возвратится человек, ибо таков конец всякого человека на земле. Друзья мои, мы живем во времени, и наше время приходит к заключению первой этой части. Сейчас мы помолимся, и мы перейдем к другой части, когда мы будем предавать тело земле. Нам нужна будет помощь, нам нужно будет 6 человек, которые смогут взять гроб с телом Эрика, цветы, и мы пройдем в эту сторону, к могиле, где мы будем предавать тело земли. Давайте мы поднимемся
и еще раз этой молитве. Благодарим Господа за то, что нам живым Господь дает дни, дает свою благодать. И мы еще можем изменить свою жизнь, пересмотреть свою жизнь. И пускай нам будет прославлено имя Господа Бога. Господь наш и Бог наш, в это трудное, скорбное время нам трудно говорить, но мы благодарим Тебя за то, что однажды Ты нашел нас, Ты оправдал нас, Ты омыл нас, Ты назвал нас своими сыновьями, дочерями, Ты сказал, вы друзья мои, Ты пришел, чтобы стать нашим другом, Ты пришел, чтобы спасти нас, оправдать нас, и Ты оправдал нас, и Ты записал наши имена в книгу жизни. И за это мы благодарим Тебя, Отец, за то, что мы имеем надежду на встречу с Тобой, друг с другом, с родными, с близкими. Господь, я не знаю, может быть, кто-то проходит в жизни свои трудности, переживания. Я прошу Тебя за каждого человека, Господи, кто проходит сегодня трудности в жизни своей, укрепи, вдохнови и дай надежду, потому что Ты наша сила, Ты наша надежда. И пусть во всем этом будет прославлено Твое святое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Кто хочет еще пройти попрощаться с телом Эрика, пожалуйста, вы сможете пройти попрощаться. Потом семья сделает последнюю фотографию здесь, и мы перейдем туда, к могиле. Небесный, где быть желаю,
Тебе я стремлюсь, с тобой
на солнце. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Я
Thank you.
Thank you.
Артур. Все цветы. Да. Все цветы. Два человека, например. Два человека дают ухаму. Проходите с цветами за квартиру.
дорогие наши, Ира, Игорь, мы еще раз, и родственники все, конечно, мы еще раз выражаем соболезнования вам в связи с уходом вашего сына, племянника, брата. Вот. И так случается, что рано или поздно все мы умираем. И так люди говорят, что пожилой человек должен умереть, а молодой может. И никто не знает из стоящих здесь людей, кто будет следующим. Неважно, какое здоровье у человека или сколько есть денег на счету, что вылечится от любой потенциальной болезни, внезапный сердечный приступ или же какой-то несчастный случай на пути с работы домой может оборвать нашу хрупкую жизнь. И это мудро сказано и так сделано Богом, что никто не знает ни дня, ни часа своей кончины. Поэтому Христос говорит, что всегда будьте готовы. И каждый из нас сегодня стоящий у гроба, он должен серьезно задуматься, что ждет лично его, когда смерть придет за ним. В Писании написано, что перед лицом Бога пишется памятная книга, и что судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Давайте сегодня, когда мы провожаем последний путь дорогого нам Эрика, каждый из нас задумается, кто ты человек и откуда ты и куда ты идешь. Знаете, многие христиане не знают, что происходит с верующим человеком после смерти. И хочу напомнить, что говорит Писание насчет верующих людей, которые умирают в Господе. Это 2 Коринфянам 5.1. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом не рукотворный, вечный. И дальше стих 8 говорит, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Это означает, что христианин сразу после смерти, после разрушения земного дома водворяется у Господа. Его дух идет к Господу, но тело остается здесь до определенного времени. И Екклесиаст еще 3000 лет назад, он сказал пророчески, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который и дал его. И апостол Павел, он пишет также, оставляет такое нам наставление, как мы должны утешать друг друга. Фессалоникийцам 4.18 говорит так, что не хочу же вас, братья, оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словами Господними, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся живы, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И просто говорит, и так утешайте друг друга сими словами. Вот и читая эти слова утешения, вникая в суть этих слов, в самом деле приходит утешение от Господа. Потому что одно из качеств Духа Святого, он есть Дух Святой Утешитель. Вот. И об этом мы говорим, что пусть Дух Святой, он утешит ваши сердца, дорогие наши, Ира и Игорь, и родственники. Христос говорит такие слова. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Сегодня ушел Эрик, а завтра кто-то из нас. И вопрос актуален. Готовы ли мы, наладили ли мы свои отношения с Господом, с Иисусом Христом? Примирились ли мы с Ним? От Марка такие слова есть. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Это у нас, у людей, есть понятие живой или мертвый.
А у Бога нет такого понятия. У Бога нет мертвых. У Бога все живы. У Бога все живы. Еще в начале истории, в начале Библии сказано, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Давайте мы коротко помолимся еще раз. Благословим наших друзей, благословим наших друзей, родственников Игоря и Иру, благословим их, чтобы Дух Святой на самом деле утешил их сердца в это скорбное, печальное время. Давайте мы помолимся, и после этого мы будем петь псалом и будем предавать тело земле. Боже, мы благодарим Тебя за все. Нам легко благодарить Тебя, когда дни радостные, какие-то приятные моменты в нашей жизни. Боже, и сегодня, когда мы проходим это время печали, время горечи, Боже, мы также Тебя благодарим. И говорим, Господь Боже, что мы от Тебя принимаем, что Бог дает, и Ты Бог дал, и Ты Бог взял, Господь Боже, и мы... И да будет имя Твое благословенно, Боже. Мы благословляем Тебя и несем на руках молитвы, Господи, Иру и Игоря, Господи, родственников, всех родственников, Боже, всех печаль, которые находятся в печали, Боже, я несу на руках молитвы перед Тобой, Господь, Боже, чтобы Ты пришел. Боже, как написано, что Твой мир, который превыше всякого ума, пусть наполнит сердца, Господь Боже. Мы не знаем, откуда этот мир приходит, но Ты можешь. Ты есть Бог любящий. Ты Бог, который наполняет сердца своим миром, Господь Боже. И мы предаем в Твои святые руки. Да будет Имя Твое благословенно и прославлено отныне и вовек. Аминь. Я к Тебе стремлюсь, и познаю Тебе правду. Будь Твоей груди, успокою себя, успокою.
еще раз хочу сказать от всего нашего родства большое спасибо всем вам, кто сегодня пришел, чтобы разделить эту печаль с нами. И после этого мы приглашаем всех вас. Мы бы хотели, чтобы вы все пришли. Это Revival Christian Center, церковь, которая находится 5601 Hellock Street. Мы будем там, соберемся, и мы бы хотели вместе с вами разделить этот хлеб печали. Еще раз большое спасибо вам. Мы вас ждем. Уважаемые родные и близкие, еще раз примите соболезнования от нашей службы покойному Айрику. Светлая, добрая и долгая память, а вам доброго здоровья, пускай Господь благословит и утешит всю вашу семью. На этом эта часть похорон закончена. Мы сейчас должны отойти в стороночку, чтобы работники могли доделать свою работу. И после обеда печали в удобное для вас время, вы еще раз